Мне очень нужно, чтобы ты вот эту вот лампу держал вот так. Когда у тебя жена певица и не может от мейкапа просто избавиться, потому что это шикарно. Мы знакомы? Нет, но скоро будем. Мне так нравится всегда вот этот. Ты можешь к тому моменту, пока я приезжаю вот домой, чуть-чуть как бы подкраситься, А, чтобы обязательно. чуть-чуть А мне, ты считаешь, не соответствовать вот хватает, этому да? трансушизму. Просто посмотри, Коль, тебе нравится мейк? Ну, честно. Вообще огонь. А тебе? Я смыть не могу. А почему? Уже четвертый час. Чуть-чуть. Чуть-чуть в осаде? Васаби? Васаби, босс. Васаби. Да, скажи, точно. пожалуйста, а какую песню ты любишь петь? Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Просит тебя подтащить, а? Пипсик. А? Вот это было шикарно. Что творит этот свет? Пусть, значит... Завтра, когда приеду домой, пожалуйста, укладка. На бегудях встретимся. Борода на бегудях. Укладка, пожалуйста. Ну, уважай меня. Вот такие большие, знаешь, что это? Чуть-чуть уложись, как бы, и... Один вот здесь бегут. Бегуть! 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 Один! Бегуть! Бегуть! Или бегудя! Когда два бегудя, один бегут. Чуть-чуть такой снупдокчика дай. Можешь хотя бы вот конечно, здесь доплести? Чуть-чуть. Не могу. С желтой кроватью надо что-то делать. Умоляю, желтый лен, это, конечно, мы переборщили с этим цветовой гаммой. Желтый лен. Ты себе представляешь лен, как в кровати будет? Что? Я говорю, как лен в кровати себя ведет, Мось. Это лен, ма, на чем ты лежишь сейчас? Правда? Да. А ты что думал? Шелк? Нет. Извини хлопок меня, мы пока не дослужились до шелка. Да ну его. На нем с разбегу можно уйти. Вот шелка, вот эти чуть-чуть. Звуки меня бесят, выбешивают. Да, не наши. Ой, эти пастельные разговоры, пастельные. Бегут, ты меня уничтожил. В общем, завтра я приезжаю с работы, ты меня встречаешь слегка на укладоне, чуть-чуть как бы... Как дети на бегудях. Дети на бегудях тоже. На накрутке. И собака всё. На бегудях. А Лу на трех бегудях. Лу очень идет бегуть. Вот здесь один бегут. В общем, дорогие друзья, наши постельные разговоры, пастельные, завершаются потихонечку. Мы с вами прощаемся. Николай, зайдите в кадр.